В столице Чувашии преображаются школьные дворы. О том, какие образовательные учреждения получили гранты и как они распорядились средствами, Юлия Важенина. Двор моей мечты. Так называется городской проект благоустройства. Вот уже третий год подряд он реализуется в Чебоксарах. Первый свой двор преобразила 27-я школа. Сейчас удача улыбнулась школе номер 40 и Центру творчества «Росток». Сквер, сквер Центра творчества «Росток» считается открытым. Ура! Забор поменен, деревья высажены, игровая площадка установлена. Сквер мечты, как его окрестили воспитанники центра, уже принимает первых гостей. Поделен он на 4 части. Помимо зеленой зоны, здесь уже появились концертные и фольклорные площадки. А в недалеком будущем к ним прибавится и спортивная. Мы бросили клич среди родителей, среди детей. И нам было интересно, как же вот хотят родители использовать эту территорию, которая у нас всегда была зеленой зоной, но только зеленая зона. То есть трава и деревья. И у детей и у родителей было огромное количество идей. В итоге администрация Чебоксар выделила 500 000 на реализацию этого проекта. А уже воплотить его в жизнь помогли родители. Результатом все остались довольны. Было пусто, просто приходили, потому что мы с детьми сюда приходили со школы. А сейчас очень красиво, замечательно. Есть площадки, где можно отдохнуть, полюбоваться, детей подождать, детям поиграть. Кстати, именно дети стали главными дизайнерами нового сквера. Вместе со своими педагогами они придумывали все, начиная от плана проекта и до его мельчайших деталей. Именной домовенок Пуська, приуроченный к открытию сфера в Ростке, это домовой экономичный рублик, чтобы экономил деньги. Также сало, запасы, чтобы это мешочек для творческих идей. И этот домовенок, он будет всегда оберегать, защищать этот сквер. Проект «Сквер мечты» реализован пока не полностью. Он, как мозаика, будет дополняться новыми элементами, чтобы получилась большая картина. Но уже сейчас здесь достаточно места, чтобы погулять, отдохнуть и обдумать новые идеи благоустройства. Юлия Важенина, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев. Республика.